Казанский федеральный университет продолжает уделять большое внимание укреплению международных и межрегиональных связей, как одному из рычагов развития вуза. 27 сентября состоялся визит делегации финляндской части рабочей группы общественных наук при финляндско-российской комиссии по научному и технологическому сотрудничеству. В состав делегации вошли ученые из университетов Хельсинки, Финского института международных отношений, представители посольства Финляндии и многие другие. Целью визита стало не только ознакомление со старейшим вузом России, но и поиск общих научных интересов, а также установление контактов. В начале встречи делегатам традиционно провели экскурсию по музею истории Казанского федерального, а после состоялся круглый стол, на котором гости вуза обсудили имеющиеся проекты казанских ученых и молодых исследователей. Можно с уверенностью сказать, что в ряд задач финляндской рабочей группы вошел новый пункт, а именно скорейшее продвижение общественно-научных исследований Казанского университета в известной стране на севере Европы. Аделя Мухаметшина, Руслан Уразаев, Универньюз.